Непривычное зрелище – пустые афиши. Когда и какие постеры здесь теперь появятся, неизвестно. Кстати, большинство барнаульцев, которых мы опросили, только от нас узнали, что кинозалы не откроются в ближайшее время. Говорят, надеялись. В кино очень охота. Правда, ходили, ну, вот с девушкой постоянно, каждую неделю. Смотрели разнообразные фильмы. Ну, а сейчас вот сидим тут вот. Сейчас бы в кино сидели, на самом деле. В последнее время мы перешли на сериалы. Как бы кинотеатр все равно хотелось бы, чтобы был открыт. Ну, конечно, месяц ходить где-то посидеть. Уже давно не выходили из-за пандемии. Правда, есть и те, кто считает, ничего страшного не происходит. Хоть я ходила много в кино, зато сейчас я больше все равно находимся на природе, к примеру. Проводим с семьей больше времени, чем я вот, к примеру, с друзьями ходила в кино, поэтому как, ну, не шибко повлияло это. Пока все это не закончится, не стоит ничего открывать. Зачем заразу распространять? Хочется в кино-то? Конечно. А как же? Но дома можно тоже его устроить, попкорн, кино, приятная компания. Кинозалы в вынужденном простое с конца марта. Теперь представители отрасли считают, что возможный срок открытия – начало августа. При этом регионы, где заболеваемость пошла на спад, уже могут порадовать своих жителей премьерами. Ряд регионов подтвердили снятие ограничений на кинопоказ 15 июля. Москва снимает свои ограничения 1 августа. И мы очень надеемся, что в нашем регионе эта дата тоже уже где-то в обозримом будущем. Правда, отметила Евгения Гамалеева, даже после открытия кинотеатры не сразу заживут по-прежнему. Понадобится какое-то время на то, чтобы вернулась система регулярных премьер. Важно и то, что многие релизы, которые могли бы стать кассовыми хитами, к тому моменту уйдут в интернет. Илья Кочетков, Николай Шелко, «День с толком».